الليله 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 ليله مسلمين، والفرحه الليله 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 فرحه مؤمنين. الليله 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 ليله مسلمين، والفرحه الليله 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 فرحه مؤمنين. والعيلتين الليلة الليلة منورين، الليلة الليلة والعيلتين الليلة الليلة منورين، الليلة الليلة زي النجوم الليلة الليلة في كل ناحية منورين. الليلة دي ليلة هنا تكمل بطاعة ربنا، الليلة دي ليلة هنا تكمل بطاعة ربنا، الليلة دي ليلة هنا تكمل بطاعة ربنا، الليلة دي ليلة هنا تكمل بطاعة ربنا. ماشيين على هدي الرسول بالسنة نحيي فرحنا، ايدوا شموع الشروق، ايدوا شموع الشروق، قولوا لشبابنا واهلنا الليلة دي. Сегодня мы расскажем вам о том, что происходит с мусорным пакетом за день в Японии. Мы выбрали время, когда мусоросборные машины разъезжаются по всему Токио со всеми работниками. А вот мы видим одного, который делает утреннюю зарядку перед отправкой. Справа от тебя, Хайсан. زي النجوم الليلة الليلة في كل ناحية منورين. الليلة دي ليلتنا تكمل بطاعة. Они собрались в круг, мы не успели это снять, и все сделали зарядку, стретч. Так у них начинается каждое утро. ليلتنا تكمل بطاعة ربنا، ماشيين على هدي الرسول بالسنة نحيي فرحنا. Обратите внимание, как один из них собирает машины. Далее он останавливает машины на улице, чтобы отправить уборочные машины. И после этого, как закончит, он кланяется, благодаря водителей, приветствуя и проявляя уважение. والعيلتين الليلة الليلة منورين، الليلة الليلة والعيلتين الليلة الليلة منورين، الليلة الليلة زي النجوم الليلة الليلة في كل ناحية منورين. الليلة دي это ежедневный утренний процесс. Они приветствуют и провожают всех водителей. Посмотрите на того, кто рядом со мной. Он открывает дорогу и приветствует все машины. Таков ежедневный порядок. Это самая обычная фирма по чистке и вывозу мусора. Такие в Токио все. Смотрите, машина закрытая, уберегая глаза человека от дискомфорта, чтобы не видеть мусор. Машина закрыта полностью. Посмотрите на состояние мусоровоза. Автомобиль в отличном состоянии. Нет никаких проблем. Он не битый, не кривой, не ржавый. Вообще похож на пластиковый. Это пластик или металл? Кажется, пластик. Очевидно, что мусор открыт. Перед самой съемкой там вылетело несколько пакетов, потому что она не закрыта, как положено. И вид не эстетический, неприятный глазу, не говоря о загрязнении природы. Рассуждать о том, что машина чиста или нет, совсем не приходится, потому что эта тема уже другого уровня. Весь мусор упаковывается в стандартные, схожие пакеты белого цвета. Все отходы собраны одним способом и закрыты. والفرحة الليلة 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 فرحة مؤمنين.
Женщина, что сейчас моет, очищает баки, это не уборщица, это жительница этого дома. У них такой порядок. Каждый день один из жильцов дома дежурит, приводя в порядок все, что вы здесь видите. Смотрите, мусор закрыт. Они сейчас открыли урну, чтобы выгрузить мусор. Мусорный бак закрыт из-за микробов и грязи. Нет урны, бака с горкой. В Японии не бывает переполненных мусорных баков. А вот это расписание выброса мусора. Ты не можешь выбросить мусор, когда захочешь. Есть специальные дни. Каждый день обозначен, что разрешается выбросить. Вот, к примеру, в понедельник горючие отходы. В субботу то, что можно переработать. Газеты, журналы. Но это только в субботу. Смотрите, процедура сброса мусора. Вау, что это? Да здесь 20 камер нужно. Здесь мусор схватывают огромными крюками. Впервые вижу такое. И куда это забирают? Я стою на краю, а оператор мне говорит: «Ахмад, здесь нет запаха». Я посмотрел и удивленно сказал себе: «Да, нет запаха». Я удивился. Естественно, мы отправились к ответственному лицу. Я спрашиваю его: «Почему нет запаха?» Он отвечает: «В Японии мусор не воняет». Я его спрашиваю: «Почему?» Он мне отвечает: «Запах исходит от остатков еды и напитков. Если кто-то выбросит бутылку с остатком сока, тогда мусор начинает источать вонь. Поэтому мы обучаем наших людей с первого класса, как избавляться от мусора. О том, что прежде чем выбросить, надо опустошить бутылку или избавиться от остатков еды, а потом выбрасывать мусор. Как следствие, он не будет вонять». Вернемся к разговору, с которого начали. Машины для уборки специально приспособленные для школы. На ней отправляются в школы, обучая детей этому делу и его тонкостям, как чувствует себя рабочий. Кстати, к работе допускают детей, чтобы они сами собирали и паковали мусор. Для этого они подготавливают машину специально. Как видите, приклеили картинки. Наклейки вот здесь и вот там. Смотрите, субханаллах, полноценный круг. До этого мы говорили, что мусор не воняет, потому что они освобождают тару от напитков. И вот здесь написано это на английском. Это значит: не кладите напитки в мусорный бак. Повсюду рисунки для детей. Вся машина подготовлена для детей, создавая соответствующую атмосферу. Вот на них дети тренируются, кладя пакеты мусора внутрь машины под пресс. Естественно, так дети приучаются, чтобы все было закрыто, не было запаха и всего остального. Все внутри.
الليلة الليلة زي النجوم الليلة الليلة في كل نحية منورين أدي الحبايب ويا الصحب جايين يباركوا عرسنا أدي الحبايب ويا الصحب جايين يباركوا عرسنا أدي الحبايب ويا الصحاب جايين يباركوا عرسنا أدي الحبايب ويا الصحاب جايين يباركوا Дальнейшие действия показывают ребятишкам, как движется и прессуется мусор. Это прекрасно. بارك يا كريم بيقولوا بارك يا كريم واختم فرحه بالهنا والليلة دي للهنا الليلة 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 ليلة مسلمين والفرحة الليلة 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 فرحة مؤمنين الليلة 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 ليلة مسلمين والفرحة الليلة 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 فرحة مؤمنين والعلتين الليلة الليلة منورين الليلة الليلة والعلتين الليلة الليلة منورين الليلة الليلة زي النجوم الليلة الليلة في كل ناحية منورين الليلة 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 ليلة مسلمين والفرحة الليلة 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 فرحة مؤمنين الليلة 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 ليلة مسلمين والفرحة الليلة 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 فرحة مؤمنين والعلتين الليلة الليلة منورين الليلة الليلة والعلتين الليلة الليلة منورين الليلة الليلة زي النجوم الليلة الليلة في كل ناحية منورين الليلة 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 ليلة مسلمين Мы поехали на свалку у нас здесь. Вы у себя посмотрите для сравнения. Сели в машину и выехали. Приблизились к этому месту. Валлахи, между мной и свалкой было 4-5 метров. Окна были закрыты, и мы ничего не чувствовали. Но ведь нам же необходимо снимать. Нужно выйти, чтобы снять для зрителя, посмотреть вместе все вокруг. Я только открыл дверь. Валлахи, только открыл дверь. Иллила, 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 лилит муслимин. Может, нужно было одеть что-то специальное, прикрыться или подойдет так. Ладно, пойдем. О, нет! Нет, 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 нет! Фу, фу, фу! Я вдохнул! О, нет! Фу, фу! Слушай, я не ожидал такой атаки, такого нападения. Как будто меня кто-то ударил кулаком от этой вони. Фу, пожалуй, не стоит снимать так близко. Я еще дома себя не очень хорошо чувствовал. Я не иду, не надо, не будем снимать сегодня, обойдемся без съемок сегодня. Все, все, возвращаемся. Мы совершили ошибку, открыв двери машины там. Но мы не ожидали такого, честно говоря. Ладно, бисмилля. Подойдем ближе. Со мной группа, наша команда, вот это наш брат Абдусамад и брат Мубарак. Ты почувствовал запах или тебя там не было? Да я его еще там услышал. والعلتين الليلة الليلة منورين الليلة الليلة والعلتين الليلة الليلة منورين الليلة الليلة زي النجوم الليلة الليلة في كل ناحية منورين أدي الحبايب ويا الصحب جايين يباركوا عرسنا أدي الحبايب ويا الصحب جايين يباركوا عرسنا أدي الحبايب ويا الصحب جايين يباركوا عرسنا أدي الحبايب ويا الصحب جايين يباركوا Но будем оптимистами. А моя цель не обвинять или напасть на кого-то. Наша цель — улучшение, совершенствование. Мы понимаем, что ситуацию не исправить за сутки. Необходимо изменить подход к уборке отходов, пакетов с мусором, к тому, как от них избавляться. У нас это произойдет не за один день. В Японии это заняло годы. Тем не менее, мы хотим и надеемся на ответственных за это дело. О, мои братья, поставьте перед собой цели. Мы потерпим и сегодня, и завтра, и даже год, и следующий, если будем знать, что двигаемся и работаем ради этой цели.
изменяя ситуацию вокруг себя. Пусть ответственное лицо выйдет и скажет, что к 2015 году в таком-то городе, к примеру, в нашем, избавляться от мусора будем так, так и так. Пусть выступит по телевидению и объявит это народу, чтобы люди понимали, в каком направлении мы движемся. Право людей, чтобы они жили не на свалке. Вы меня извините, но люди имеют право на чистую, облагороженную жизнь. А к этому необходимо идти планомерно. Еще раз повторяю, это обращение не для того, чтобы раскритиковать и обременить ответственных за это дело у нас, с требованием немедленного изменения ситуации. Сразу этого не случится. Реформы должны быть постепенными, и мы это понимаем. Поэтому просим вас, чтобы изменения произошли хоть и постепенно, а также предлагаем рассказать людям о своих планах. Продолжение следует. الليلة 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 ليلة مسلمين والفرحة الليلة 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 فرحة مؤمنين